Предлагаю простой рецепт тонких блинов на простоквашино на основе блинной муки. Подавать такие блины можно с начинкой или дополнив фруктами, ягодами, медом или сметаной. Выбирайте по вкусу. Тесто для блинов должно быть жидким, чтобы легко растекалось по горячей сковороде и быстро пропеклось. Чем жиже тесто, тем тоньше блины. Крахмал не дает блинам прилипать к сковородке. Мука блинная, 2 столовые екона. Яйца 2 штуки. Простокваша 300 мл. Вода теплая, 200-300 мл. Масло подсолнечное 50 мл. Соль 1 щепотка. Крахмал 1 столовая ложка. Количество порций 4-6. Подготовим ингредиенты. В миску вбиваем яйца и добавляем соль. Наливаем простоквашу и все взбиваем венчиком. Насыпаем муку и крахмал. Перемешиваем венчиком и порциями добавляем теплую воду. Консистенция теста должна быть однородной и текучей. Добавляем подсолнечное масло и перемешиваем. Порцию теста выливаем на разогретую сковородку, смазанную подсолнечным маслом. Жарим с двух сторон до румяной корочки. Простые деревенские блины готовы. Подаем с консервированными фруктами и орехами. Приятного аппетита!